селе Витязево уже началась подготовка объектов к следующему сезону. Строители спешат провести реконструкцию летнего кафе на улице Черноморская. С самого утра тротуар одной из центральных улиц села превратился в площадку для складирования строительных материалов. Пешеходам приходится обходить по дороге горы из металлических подпорок, деревянных досок и шлакоблока. Кроме того, из некоторых досок торчат ржавые гвозди. Внутри самого кафе валяется различный бытовой мусор, а из фундамента торчит арматура. В свое оправдание строитель обещает, что в ближайшее время приедет машина и все будет убрано. Однако за складирование строительных материалов на территории общего пользования сотрудниками муниципального контроля был составлен административный протокол.